Дорогие друзья, пользуясь такой возможностью, я поздравляю вас с этим радостным, светлым праздником Рождества Христова. И этот праздник, он ознаменовался еще тем, что Христос родился в начале новой эры. И время, которое сейчас исчисляется, оно исчисляется от времени рождения Иисуса Христа. Это очень важно. Но самое важное то, что это является даром Бога для всего человечества. Поэтому, кто еще не принял Иисуса Христа в свое сердце, примите Его, как в свое время приняли ясли Вифлеема. И примите то, что Бог дарует спасение, прощение грехов во Христе Иисусе. Пусть Бог даст вам всем здоровья, счастья. Пусть восполнит все ваши нужды, и мир Божий пусть он наполнит ваши сердца, и вместе с ангельским пением в эти дни давайте мы будем прославлять нашего Господа.